А что там солнце будет? Вот как раз здесь, видишь, весь день почти солнце. Вот сейчас закат, видишь, идет. Ага. Вот туда. Ань, мы тебя ждем. Ань, иди справа, заходи в лесок в этот. И... Давай, заходи туда. Да-да, там крутой лесок. Там полянка целая даже. Там вон участок уже выкупили. А почему подстанция в канаве? Ну, фиг знает. Это у этих электриков спросить. Типа какая-то фишка просто обычно. Да. Электрики, у них там свои нормативы. Да. Скорее всего так. Все нормально, да, скорее всего? Ну, скорее всего, они по своим делают нормативы. Можно аудит как-то провести.